Добро пожаловать в мультик Ричарда в сценарии «Новое существо». Подпишитесь на канал Мультиплеер, у нас шоу-кейс этого существа. Чтобы получить Долгхара, вам необходимо разблокировать Traveler's Gach. Если вы не знаете, как это сделать, посмотрите наше видео об открытии гач путешественников. Ссылка в закрепе комментарии или в описании. Итак, разблокировав эту гачу, вы получаете Долгхара. Вот он как выглядит. Посмотрите, самец от самки отличается на голове. Такой штучкой. Много чего можно окрасить. Выглядит очень мило. Смотрите, он не стоит вообще на поверхности, он парит на ней. Постоянно летает. То же самое, как кит. Это какая-то смесь Епира и еще кого-то. Очень интересное существо, выглядит круто. Внешне он напоминает ската манта. Крылья напоминают бабочку монарха. Хотя первоначальная концепция не была вдохновлена чем-то конкретным, просто пришла из головы. Характеристики Долгхары – это четвертого уровня существо, травоядное, вездеходное, all terrain, здоровье 7000, урон 180, скорость 27, ходьбы, бега 63, полета 21, вес 8000, выносливость 120, аппетит 100, поворотливость 5, время роста 48 минут, ночное видение 3 из 3, защита от кровотечения 40%, ослепительная вспышка и обтекаемость. Анимации и голос. Да, даже вот так бывает. Друзья, вот такое существо, напишите в комментарии, что вы о нем думаете, и подпишитесь на канал Мультиплеер. Желаем вам удачи и пока-пока.